Один из тематических дней фестиваля «Крещендо» посвящен военным духовым оркестрам. Без них не обходится ни один парад. Что в глубинке, что в столице, на государственных праздниках блистает медь. В этот раз артисты Ульяновского оркестра «Державы» и коллективы Министерства обороны побывали на мастер-классе, который провел Сергей Алеев. Ну, прежде всего, я хотел сказать, что поработать с вашим сборным коллективом, что особенно приятно. В нашем музыкальном строю присутствуют вместе и гражданские музыканты, и военные музыканты нашего Центрального военного округа и города Ульяновска. Приехал я с чем? Мы сегодня будем заниматься таким таинством, если можно сказать, как рождение музыки. Работа над интонацией, частота исполнения, слаженность работы. Музыканты вместе с дирижером оттачивали базовые элементы и приемы. В основном военные оркестры исполняют строевые композиции. Сложно представить парад без марша советских летчиков, «Катюши» и «Прощание славянки». Сложность заключается в том, что исполнение музыкальных произведений в движении, да, происходит. Но это добиваемся долгими тренировками. Напомним, Центральный военный оркестр Министерства обороны – главный военный музыкальный коллектив нашей страны. В 2027 году ему исполнится 100 лет. Оркестр участвует во всех масштабных мероприятиях, связанных с деятельностью главного военного ведомства. Виктория Чиркова, Марат Мигдиев, Улправда ТВ.